Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Доровская. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. Какую меру пресечения избрал суд водителю, сбившему насмерть женщину и двоих малышей? Как в кино, как жить в декорациях для фильма ужасов? История одного барнаульского общежития. По лезвию ножа, что такое серая косметология и на что идут женщины в погоне за красотой? Врачи опровергли появившуюся сегодня в СМИ информацию о том, что скончался еще один участник серьезного ДТП, которое произошло 15 октября в центре Барнаула. Оба пострадавших, двое мужчин, живы и сейчас по-прежнему находятся в реанимации краевой клинической больницы. Ну а тем временем жители края массово подписывают петицию, в которой требуют максимального наказания для виновника гибели молодой женщины и двоих детей. Сегодня в суде избирали меру пресечения водителю злосчастной БМВ. Какую и почему процесс проходил не без вопросов, расскажет Кирилл Политов. Целый день сюда, на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия, барнаульцы несут цветы, игрушки, зажигают свечи. Многие восприняли эту громкую дорожную трагедию как личное горе. Здесь оборвалась жизнь вот этой лучезарной 33-летней девушки и двух малышей 3 и 5 лет. Ограничение максимальной скорости 40 км в час. Время ограничения с 21:00 до 6 утра. Вот только зачастую центральный проспект краевой столицы превращается в настоящую раллийную трассу, где главное – это бешеные скорости. Вот и в этот раз, как говорят очевидцы, водитель BMW 6 серии не ехал, летел по дороге, перед этим приняв на грудь приличную дозу алкоголя. В результате столкновения боковой удар принимает на себя Рено, в котором ехали двое мужчин, чудом оставшиеся живы, и погибшие девушка с двумя детьми. Водитель BMW при этом не получил даже царапины. Я бы его расстрелял. И все. Я бы вот честно расстрелял. Если бы это мои дети погибли, я бы его убил. Я читала в интернете, что за такое нарушение ему, ну, этому человеку грозит. Я считаю, конечно, это очень мало. Такого же мнения придерживается большинство интернет-пользователей. Петицию, в которой требуют самого строгого наказания виновнику, подписало уже более 10 тысяч человек. С каждой секундой цифра только растет. Возбуждено дело по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. В глобальной сети тут же появилась фотография предполагаемого виновника ДТП и его спутницы. Им оказался барнаульский бизнесмен Александр Руденко. Ему 33 года. Генеральный директор и соучредитель Алтайской энергетической компании. За два последних года Александра 8 раз штрафовали за превышение скорости. Эти факты стали известны из виртуальной жизни. К слову, все страницы в соцсетях Александра и его супруга сразу же удалили. Вот только официально правоохранители до сих пор не назвали фамилию. Нелегко оказалось попасть сегодня и на заседание суда, где избиралась мера пресечения Руденко. Сначала возникла путаница с тем, в каком районе идет заседание, а затем в Октябрьский районный суд съемочную группу все же пустили. Правда, не на весь процесс, а лишь на оглашение вердикта. Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Руденко Александра Владимировича 6 октября 1985 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 15 декабря 2018 года. Тем временем двое пострадавших в аварии мужчин находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Отец не знает, что его жена и дочь погибли. Хочу сказать, что повреждения очень сложные для практикующих даже хирургов с большим опытом работы и в абдоминальной хирургии, и в травматологии. И в целом я как бы очень доволен, как справились специалисты нашей клиники с патологией, которая была у этих пациентов. В четверг жители края простятся с погибшими. Это уже не первое смертельное ДТП на Ленинском проспекте Барнаула, в котором фигурирует BMW X6 черного цвета и в котором погибают случайные люди. В апреле 2017-го виновником аварии насмерть сбившего девушку-пешехода и водителя машины «Лада Ларгус» оказался неизлечимо больной Алексей Бекташев. После досрочного выхода на свободу парень умер от онкологии. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. Воспитанников Топчихинского центра помощи детям били по указанию директора. Так считают краевые следователи, которые завершили расследование в отношении бывшего руководителя. Правоохранители установили причастность женщины к растрате денег, а также особый подход директора к поддержанию дисциплины. В феврале прошлого года обвиняемая, явно выходя за пределы своих полномочий, для наказания нескольких подопечных в связи с их самовольными уходами из учреждения, дала незаконное указание другим воспитанникам причинить им физическую боль.
Выполняя требования должностного лица, трое несовершеннолетних в ее присутствии нанесли шестерым воспитанникам множественные удары. В Топчихинском центре помощи жили 70 воспитанников, большинство с психическими расстройствами. О вопиющих правилах, которые царят в учреждении образования, стало известно прошлым летом. Дети выкладывали в сеть ролики с издевательствами. Некоторые утверждали, что за неподчинение ребенка могли отправить в психдиспансер. Тогда специальная комиссия признала жуткие кадры постановочными. Но принуждение к избиению доказали следователи. Кроме того, они установили, что руководитель присваивала крупные суммы денег. Всего через подложные документы в карман женщины попало 138 тысяч рублей. Кроме того, руководитель оформила на должность медика свою знакомую, а ее зарплату получала сама. Все материалы уголовного дела направлены в суд. Продолжаем выпуск. 300 жильцов барнаульского общежития вынуждены жить в нечеловеческих условиях. Дом буквально разрушается. Сантехника не работает, коммуникации изношены. Жители не раз жаловались в управляющую компанию, администрацию района, но проблема не решалась. С просьбой помочь обратились они и в нашу редакцию. Валентина Аскерова прогулялась по этажам. Ржавые трубы, отсыревшие стены, оголенные провода и вечный скрежет, доносящийся из подвала. Это не фильм ужасов, а действительность барнаульского общежития по адресу Микронная, 137. И это не декорации, а реальная жизнь. У нас было очень много детей. Мы постоянно здесь бегали, бесились. Здесь никто больше не играет, потому что играть-то не во что. Не то что играть, здесь даже жить нельзя, негодует Дарья. Девушка недавно вернулась из Москвы. За пару лет отсутствия родной дом пришел в жуткое состояние. От ветхости и сырости из строя вышло почти все. Я не знаю, почему кран не замолкает. Проблема в том, что он один. С санузлом все интереснее. Их три, но один неисправен, вторым пользоваться можно, но тогда затопишь первый этаж. А к третьему прилагается инструкция. Ну и вот это единственный работающий унитаз на все общежитие. И здесь не все так просто. То есть, ну, как бы нужно очень аккуратно. Вот чтобы смыть, нужно вот она, эта штука. В нерабочем состоянии также плиты и душевые. По словам Дарьи, управляющая компания перестала делать в общежитии ремонт, потому что на доме висит большой долг. За коммуналку платят не все. А те, кто платит, сдает и на общедомовые нужды. Порядка 150 рублей с квартиры. В месяц со всех жильцов выходит больше 20 тысяч. Но куда идут эти деньги, людям непонятно. А в управляющей компании отвечают. За эти средства-то, это зарплата слесарей, которые туда неоднократно едут на аварию, дворник, который подметает. Сантехник и дворник в доме действительно есть. По крайней мере, так они себя называют. Два человека уже много лет живут в подвале общежития. Давно живете здесь? 7 лет. 7 лет. То есть в подвале? Да, ну пройдите, посмотрите. Угу. Скажите, а у вас прописка или управляющая компания разрешила? То есть... Да, ЖКО нам уже давно, это все нам, да, давно. Я живу не одна, я живу с мужем, у меня от кошечки. Но в управляющей компании уверяют, никакого разрешения нет. И не те это сантехник и дворник, кому уходят деньги. Да и выгнать непрошенных жильцов пытались не раз, но тщетно. Куда уходят деньги, нам, как и жителям многоэтажки, понятнее не стало. А ремонт, уверяют в управляющей компании, проводится. В прошлом году на средства регионального оператора отремонтировали электрооборудование, очередь за туалетами и душевыми. Все, что нужно было, все отремонтировано. И поэтому до капитального ремонта, до следующего года дом дотянется. Будет замена коммуникаций, холодного, горячего водоснабжения и отопления. Если жители хотят ускорить процесс, то им нужно провести экспертизу дома, пояснили представители регионального фонда капремонта. Доказав, что жилье изношено, работы выполнят досрочно. А если нет, то жильцам придется еще год занимать очередь в единственно работающий туалет. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Александр Антропов. Наши новости. IT-сервис для сельского хозяйства и новые методы селекции представят алтайские предприятия на межрегиональном форуме. Он посвящен взаимодействию России и Узбекистана в сфере сельского хозяйства. И завтра начнет работу в Ташкенте. Сейчас представители Алтайского края заканчивают оформление стендов. Наша экспозиция займет около 100 квадратных метров. На ней разместят технологические разработки, к примеру, в вагоностроении, продукты пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе алтайскую муку, крупы, комбикорма, сыры, кондитерскую продукцию, фармпрепараты. Участники смогут провести переговоры с гостями форума. Выставка, посвященная сельскому хозяйству России и Узбекистана, станет ключевым мероприятием первого форума межрегионального сотрудничества двух стран.
Как бороться с серым рынком в косметологии и отличать квалифицированного специалиста от дилетанта, обсуждали сегодня в Барнауле. Во второй день международного форума по медицинскому туризму прошли юбилейный чемпионат Сибири по массажу и круглый стол, посвященный проблемам на рынке косметологии. Елена Макаренко продолжит. Сейчас идет поглаживание. Сейчас будем наносить масло и будем приступать к растиранию. Классический спа и массаж лица – три обязательных задания для участников чемпионата по массажу. Они признаются, что выполнить их на отлично крайне сложно. Вот у меня ошибки в этом году – это, получается, темп работы. У нас маленько темп отличается в санатории темп, потому что у нас там идет поток людей. И темп здесь. Здесь должен быть темп как более классический, спокойный. Судейская коллегия из разных городов и медицинских школ России строга и придирчива. Она учитывает не только технику и темп массажа, но и готовность молодого специалиста к обучению новым методикам. Эксперты говорят, настоящий профессионал – тот, кто за максимально короткое время может оказать пациенту целый комплекс оздоровительных услуг. Если раньше человек делал всю жизнь тайский массаж и был счастлив, то сейчас он должен не исполнять тайский массаж, а приходит конкретный человек с конкретным запросом. Он должен продиагностировать, он должен уточнить запрос, уточнить его время и, исходя из этих условий, здесь и сейчас оказать ему комплексную помощь, которая будет и в виде массажа, и в виде упражнений, в виде инструментальных воздействий каких-то. А вот главная заповедь для тех, кто работает в медицине, остается прежней – не навреди. Ею зачастую пренебрегают так называемые серые косметологи. На 10 пациентов, которые приходят в клинику, которые получают процедуру, один приходит с осложнением, и он занимает большее количество времени. Осложнения бывают разные – от отечного синдрома до нагноения мягких тканей лица. Прежде чем согласиться на ту или иную процедуру, эксперты советуют убедиться в наличии лицензии, прочитать инструкции к медпрепаратам и проверить их легальность на сайте Росздравнадзора. Бдительность, подчеркивают специалисты, обойдется гораздо дешевле, чем восстановление здоровья и возмещение морального вреда. Так, максимальный штраф для учреждений, оказавших некачественную услугу, 50 тысяч рублей, для домашних косметологов и вовсе 2,5. Елена Макаренко, Алексей Фризин. Наши новости. В Алтайском крае прошел первый предпринимательский полигон. Участие в нем приняло более 150 старшеклассников и студентов Бийска. На протяжении 3 дней они тренировались в решении реальных бизнес-задач. Подробности далее. Предпринимательский полигон – это первый крупный проект в Алтайском крае, где школьники и студенты смогли представить себя в роли настоящих бизнесменов. Идея проведения мероприятия возникла у одного из бийских предпринимателей Юрия Никитина и прошла на базе компании «Аникс» и кандидата философских наук из Красноярска Марии Миркис. У компании «Аникс» на входе написано «Аникс для того, чтобы люди решались на лучшую жизнь на своей земле». Вот основа и мотив основной, он в этом состоит. На протяжении всего полигона участники работали в группах из 8 человек. Они решали реальные бизнес-кейсы, которые предложили бийские предприниматели. Это задачи, решения которых бизнес пока не знает. Еще одна особенность нашего полигона – нужно не придумать и рассказать решение, нужно его сделать. Нужно пойти на улицу, нужно провести опрос, нужно снять видеоролик. По окончанию бизнес-олимпиады определили лучших участников в личном и командном рейтингах. Победители получили сертификаты и подарки от спонсоров. Главным призом стало посещение форума по предпринимательству и развитию «Ампир Алтай-2018». Но главное, они получили колоссальный опыт и пропуск в новый клуб. Клуб молодых предпринимателей Бийска. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – все, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, возможен дождь и к вечеру усиление ветра. Температура в Алейске, Славгороде, Заринске и Кулунде – около 9 градусов тепла. В Змеиногорске и Рубцовске – до плюс 10. В Барнауле юго-западный днем умеренный ветер, ночью минус 3, днем до 10 градусов выше 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Все новости к этому часу. До встречи.